Здравствуйте! О погоде в стране на 7 августа расскажу вам я, Инесса Назарова. На севере и в центральной части Казахстана предстоящий выходной день порадует жаркой и преимущественно ясной погодой. Лишь в отдельных регионах возможны кратковременные дожди с грозами. Столбики термометров днем достигнут отметки плюс 29, плюс 31 градус. Ночью 18-20 градусов тепла. В Кокшетау малооблачно до плюс 31 градуса днем. Ночью термометры покажут 18 градусов тепла. В Костанае переменная облачность, возможна гроза. Воздух прогреется до 31 градуса тепла днем. Ночью плюс 20 градусов. В Петропавловске ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь с грозой. Максимальная температура воздуха днем 29 градусов тепла, плюс 18 градусов ночи. В Павлодаре температура воздуха днем 30 градусов тепла, ночью плюс 17 на термометрах. В Караганде день тоже будет ясным, до плюс 31 градуса в полдень, ночью 18 градусов тепла. На западе Казахстана температурный фон не изменится, местами возможны небольшие дожди с грозами. В Актобе малооблачно, ожидается кратковременный дождь, гроза. Днем максимальная температура воздуха 33 градуса тепла, ночью плюс 26 градусов. В Уральске также малооблачно, возможен дождь, термометры покажут плюс 33 градуса днем, ночью плюс 26 на термометрах. В Атырау ясно, в полдень солнце прогреет воздух до 35 градусов тепла, ночью плюс 27 градусов. В Актау безоблачно, плюс 33 градуса в разгар дня, ночью температура воздуха 29 градусов тепла. В южных регионах страны по-прежнему безоблачная жара. В ночные часы температура воздуха до плюс 30 градусов, днем воздух прогреется местами до 40-41 градуса тепла. В Туркестане максимальная температура воздуха днем плюс 41 градус. Жарко и в ночные часы плюс 30 градусов на термометрах. В Кызылорде ясно, днем до 40 градусов тепла, ночью плюс 28 градусов. В Шымкенте в полдень воздух прогреется до плюс 37 градусов, ночью 24 градуса выше нуля. В Таразе плюс 36 градусов в разгар дня, ночью температура воздуха плюс 22 градуса. В Талдыкургане днем температура достигнет 35 градусов тепла, ночью также плюс 22 на термометрах. В Восточном Казахстане теплый солнечный день. В Усть-Каменогорске днем температура поднимется до 29 градусов тепла, ночью плюс 16 градусов. В Семее в разгар дня плюс 31 градус на термометрах, ночью 19 градусов тепла. В Алматы предстоящий день будет малооблачным, ожидается небольшой дождь. В полдень температура воздуха плюс 33 градуса, ночью 24 градуса тепла. Жителей и гостей столицы 7 августа ожидает ясная летняя погода. Температура воздуха до плюс 31 градуса днем, 18 градусов тепла ночью. Метеослужба телеканала «Хабар» желает вам хорошей погоды и крепкого здоровья. Вакцинация от коронавируса поможет защитить себя и своих близких.